Скажи нам, ты прибыл один или в обществе виконта Юлиана? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, ваша милость? Нет. То есть да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне, чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Ну ладно. Он просто обязан появиться. А, вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де Латур. Ваша милость, ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин де Латур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Конечно. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правду ли говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Не всегда. Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Как жаль. Такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы ткани для нового платья. И то, и другое – негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко. И денежной суммой, без сомнения, достаточно. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Прикольно. Прекрасный жест, ваша милость. Кажется, в Корво Бьянко устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Ну, давайте по порядку. Про первую жертву. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Криспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний. Но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обет, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из сотрапезников заметил, что его нет.
Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил. Да, похоже на то. Явно месть какая-то. Прям. И у каждого свое. Ага. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча — грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет 15 назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Интересно. Значит, две первые жертвы – рыцари, лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость – шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флорены. Разных лет, из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Честь, мудрость, щедрость, доблесть, сочувствие. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде, добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарям владычица озера. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь присягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствию. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести – позорный столб, вместо мудрости – шутовство, вместо щедрости – кошель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть, если эта версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели.
я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мильтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый, как заяц. Возможно ли? Следующая жертва — Мильтон де Пейрак Пейран? А ведь Мильтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет де Пейрак Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак — все четверо были в одной рыцарской дружине. В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мильтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то, одевшись зайцем, и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады и мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Ваша милость. Ужас, ужас. Нормально. Геральт. Зараза. Вот я... Ваша милость, я... Только не помни. Он должен подсадить ее. Гони. Прикольная. Ну да. О! Ох. Это шелк, осторожней. Отдай мне. Будет о чем детям рассказать, внукам. Быстрее, Геральт! Ваша милость прекрасно держится в седле. Он ему говорит, быстрее, быстрее, он это. Как вы хорошо держитесь в седле. Лошадь! С дороги, я сказала! У них, наверное, тут и седла новые есть. Да все, наверное, новые сумки хорошие. Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог единорога, золотую рыбку и яйцо феникса. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть Мильтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но время не ждет. Так что придется нарушить правила. А нельзя сразу Мильтона найти? Каким образом? Ну они же не знают, где он находится, а он подсказки оставил. Я об этом и говорю. Но единственное, что как только Геральт умеет чуйкой своей. Ну вот, например, чуйкой, да. Ну, условности. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феникса. Так будет быстрее. Золотая рыбка? Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гер, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки, а ты просто нырнешь и отыщешь ее.
А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь приманишь. Вон он там бегает, посмотри. Хороший единорог. В роге находятся предметы, которые позволят нам найти Мельтона. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо Феникса. Все ясно? Тогда за дело. Рыбка не настоящая, единорог поддельный. А яйцо Феникса, думаешь, как положено? Надо все, что ли? Тоже, наверное, какое-нибудь обычное куриное там, и я не знаю, какие у них тут есть. Бумажное, перекрашенное. Тоже может быть. Там же внутри что-то должно быть. А, ну да. А нельзя по одному вот, по одной подсказке просто найти? Что там за подсказки? Так, рыбка сюда. А, нет, рыбка сюда. Подожди. А, это единорог. Да, давай, думаю, единорога, да. В смысле не настоящий, настоящий единорог. Ты видишь, настоящий. Да. Может, его яблоком или сладостями? Не было проблем, сестрица, кабы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой? Сейчас его успокоение сделают, да? Ну, по идее, да. Просто так, хоп, и все. Аксим. Геральт, ну Аксия же у тебя есть. Ну вот, зараза. Да? Да. Баклери, все спокойно. Это они там говорили просто про то, что единорог типа подпускает к себе поймал. Только девственниц. Ну, спокойней. Вот как бы ты была девица, говорит, сестрица. Спокойно. Не нервничай. Но ведь так нельзя. Явный обман. Господа, надо показать этому хаму, где раки зимуют. Вот не до вас сейчас, ребят. А не убить? Давай попробуем. Да уже после. Все было по правилам. Все. Верно. Он честно выиграл. Ах, не везет, так не везет. Попробуем добыть следующую подсказку. Он может так сразу на всех? Вообще, раньше вроде не мог. Ну вот и я об этом же. Верхом будет быстрее. А, верхом? Прям на единороге надо было. Я могу? Могу. Ты прям как древняя принцесса. Алло. Ну, ты не плотва у нас, да. Верхом на единороге. Сказочная принцесса, во. Не древняя, сказочная. Принцесса. Да подожди, видишь, я тут заруливаю. Геральт, плохая идея на лошади. Она тут не может нормально. Это не лошадь, это единорог. Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. Что это было? Кто-то прыгнул в воду! А так разве можно? Почему нет? Геральт такой сейчас выйдет, все было по правилам. Конфета? Это, видимо, не та. Ну да, это для путаницы накидали всякого. То где эта золотая ваша? Так. Касатка. Как ты там выглядишь? Касатка. Вот это? Нет. Вот это? Нет.
Подожди, у нас же была касатка? Была. Почему я ее не вижу? Кошку вижу, Марибор вижу, Рафара Белого вижу, касатку не вижу. Ну, вроде была же. А как она выглядела? Вот это уже сложный вопрос. А, вот она. Я вроде все уже смотрел. Кто-то выловил, может? Да вряд ли. Они бы там не стояли, наверное, тогда. А вон там всякие еще. Вон она, вон она. Красная, красная. Ой, я сейчас задохнусь. Ругаются там на меня. Так, не понял. Эй, подожди! Остановись, это важно! Король Баклан, мы приносим тебе этот дар! Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты! Месяц на небе сменился, а я ждал в своем владении храбреца, что мне в дар принесет достойнейшие подношения. Ага. Ключик. Так, а что у нас было? Какой наглый. Что мы нашли в единороге? А мы его не открыли. То есть нам просто вот отдали его и все. Может быть там. Вот. Что это? Подсказка. Открыть можно как-то, нет? О, как мышь и целый круг сыра. В погребе где-то. В погребе сыр, ключ. Как мышь. В подполье погреб, нора. Где-то такое что-то. Ой! Испортил всю забаву! Кошмар. Он что-то ругался, да, прям? Вот я тоже пытаюсь сообразить, это было что? Прям ругался или мне послышалось? Не могло же нам обоим послышаться? Могло. Могло. Послышалось? Да. Здесь, похоже, можно было на лошадке. Ну ладно. Уже пришли почти. Да ты сам, как лошадка. Нашла она? Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Правила определяю я. А, там кто-то уже тоже нашел, да? Ну да. Геральт. Наконец-то. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы. А последний хранят все придворные лица. В норе. Придворные лица. Первый слог мой в тепле, скрыт второй у лисицы, а последний хранят все придворные лица. Ну, первый слог, второй, третий. А при чем тут вот это? Я не улавливаю. Понятия не имею, где. У нас, а у нас подсказка тоже про, там, мышка что-то там, как сыр. И ключ. Нора или пещера, получается, наверное. У лисицы. Может, где-то в норе или в пещере?
Но это же глупо. Смотри, если я возьму теп от слова тепло, ли от лисицы, а потом добавлю последний слог ца от слова лица, то получится теплица. Ха, действительно, звучит разумно. А зачем наши подсказки-то нам нужны? Действительно, есть теплица. И дверь в одной из них закрывается на ключик, такой, как этот, из золотой рыбки. Теплицу? Странно. Странно. А сыр при чем тут? Да. Мышка что-то там с сыром. Жди здесь. Ну и откуда бы нам знать, что тут у вас теплица в саду есть? Ну там просто, видимо, надо было... Все. Не успели. Не успели. О! Что такое? Это вампир какой-то, вампир, похоже. Вампир. Это еще что? Да офигеть. Да, мы так... Можем! Сможем? Ну, почти. Ух, Геральт. Ты, конечно, молодец. Не вампир, но... Можешь. Не успели. Не, ну опять же, если он пришел зачем-то, не может же этот в костюме зайца с собой все это таскать? Я здесь. Что именно он искал? Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новое. Я не знаю тебя. Не причинял тебе зла. А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки, теперь гонишься за мной. Зачем? Ты убил, по крайней мере, 4 невинных. Мне интересно, а ты-то сколько невинных убил? Невинных. Мы говорим не обо мне. О тебе, именно о тебе. Значит, тебя послали за мной, да? Любопытно, кто они такие. Какие еще они? Меня наняла княгиня. Ты убиваешь ее подданных. Значит, все так просто? Я бы попросил передать княгине, что осталась всего одна жертва. Но ты не сможешь. Мы уже убивали. Я тебе больше убивать. Ничего себе. Больно. Сиди дома. Регенерируй. Ты попал в беду. Я хочу помочь. Я сам справлюсь. Нет, он мой друг. Что за дела? Привет, Геральт. Регис? Ты... ты живой? Да, и в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках. Сколько воды утекло, друг мой. По крайней мере, по человеческим меркам. Но как? Когда я видел тебя в последний раз,
Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по колонне одного замка. Сейчас я в несколько лучшей форме. Не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости, это была моя вина. Я так и не успел попросить прощения. Оставь, Геральт, дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Как интересно. То есть ты бы все равно поиграл, получается? Ну, видимо, да. Возможно, его специально таким сильным сделали. Возможно. Каким чудом ты сумел регенерировать? Мне помог тот, за кем ты сейчас охотишься. Он? Но как? И вообще, что с тобой было все эти годы? Здесь ни время и ни место для воспоминаний. У меня такое ощущение, что мы еще сможем поговорить. А теперь, если позволишь, займемся тем, из-за кого мы здесь оказались. Местный серийный убийца тебя, похоже, слушается. Может, скажешь ему, чтобы никого больше не убивал? Затем я сюда и приехал. Будет нелегко, Детлов порой исключительно упрям. Но, как ты, вероятно, помнишь, я тоже так просто не сдаюсь. Значит, так его зовут? И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более, как бы вы это сказали, зверский. Но я работаю над этим, не беспокойся. Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, троих. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто, чтобы напиться. Детлов не из них. Так какие у него, по-твоему, причины? Именно это я и хочу узнать. Чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем. Слишком ты в нем уверен. Облик ваш различен, но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца, обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельства. Помнишь 964 год? Это было 300 лет назад. Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек 200. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Детлов. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестии у его ног. Так родилась легенда. Вампиры редко помогают людям. У него наверняка были свои интересы. Ошибаешься. Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика, который когда-то угостил Детлофа яблоком. Благородный тип. У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг. Когда Вильгефорц расплавил меня, мои останки нашел Детлов. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать. А мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы, которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Детлофа сильнее всего развито чувство стаи. Как следствие, Детлофу комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей.
Если уж он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из колеи. И чем его можно настолько выбить из колеи? Как бы это объяснить? Детлов не понимает мира людей, ваших принципов, отношений в обществе. В некотором смысле он наивен. Не понимает ваших игр, не знает лжи и зависти. Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов. Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить. Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь Баклер кровью. Значит, у нас общая цель. Как в старые добрые времена. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать, так? В принципе, да. В таком случае давай его искать. Надеюсь, я успею тебя убедить, что Детлов не чудовище. Ладно. Но пока что многое против него. Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мерлашес. Приходи туда. До встречи. Ведьмак. Мы гнали скакунов во весь опор и, боюсь, все равно опоздали. Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным. Как у меня плохо-то.